Сейчас я показываю первую точку. И довольно-таки, вот смотрите, да, легко найти. Это точка яичники или ходы. Вот у нас косточка. Мы проводим прямую линию, ведем, вернее, косую линию до, вот, видите, до пятки. Видно вам? Вот. И посередине этой косой линии, ровно посередине, находится эта точка. Вот такими круговыми движениями по часовой стрелке вы начинаете эту точку массировать. Так. Видите, да?